Поехали. Привет, друзья! Сегодня мы с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас будет тема не про собак, сразу же хочу сказать. А тема такая, если кто-то помнит, в группе ВКонтакте, значит, я выложил фотографию с тремя шапками и провел конкурс такой, какая шапок идет мне больше. То есть первый вариант, второй вариант или третий вариант. И в опросе был еще один маленький пункт, на который вы могли ответить либо первый, либо второй, либо третий. И один из пунктов был: я могу связать тебе лучше. Итак, друзья мои, нашлись люди, которые как бы ответили именно так. Некоторые ушли от ответа после того, как я спросил, вы же все-таки сможете связать мне лучше. И один из наших подписчиков, точнее одна из наших подписчиков из города Уфы, все-таки выполнила это обещание, она связала мне шапку. Какая это шапка, что она из себя представляет, я не имею ни малейшего понятия. А когда она высылала эту шапку, запрашивала мой адрес, как бы, я просил сделать фотографию. Но человек у нас оказался очень стеснительный и как бы, ну, постеснялся, что ли. Зовут нашу подписчицу Ольга. Сегодня я получил твою посылку. Мне жутко интересно было вскрыть эту посылку прямо там на почте. Но я решил это сделать прямо перед камерой. Ну, за что, собственно говоря, говорю тебе спасибо, Оля. Вот она, твоя посылочка. Я рад ее получить. Давайте вскрывать ее вместе. Посмотрим, что же нас тут ждет. Вообще, честно говоря, мне приятно получать вот такие знаки внимания. Я начинаю понимать то, что я, собственно говоря, не зря затеял вообще эту затею со своим каналом. То есть люди смотрят, людям интересно. И вот даже, видите, какую-то благодарность я получаю. Итак, что мы здесь видим? Так. Друзья мои, здесь помимо шапки еще вот такая вот штука. Так, чего это такое? Наверное, это какой-то или пояс, или шарф. Ну ладно, будем считать, что это шарф такой. Оля, надо будет пояснение мне небольшое сделать. Так, ну и соответственно шапка. Так, она на 4 спицы, насколько я понимаю, была связана. То есть нету ни переда, ни зада. То есть можно одевать ее как угодно. Итак. Так, я пойду посмотрю с маленечко, ладно? Ну, в общем, смотрите, друзья мои. Не самому захотелось просто быстрее подойти к зеркалу. Модная шапка, классная шапка. Вот это я, честно говоря, ну, я, может, не продвинутый такой человек, может быть, я не знаю, но, наверное, это шарф какой-то такой, да, вот такой вот шарф, то есть это можно носить вот так вот. Ну, сейчас еще попробуем несколько вариантов, да. Видите, модненькая какая вот здесь вот. Оля, спасибо тебе большое, ты своими ручками села, связала, то есть вот эту вот энергию, которая положительную энергию передала нашему каналу. Я постараюсь эту энергию передать всем зрителям из твоих рук. Ну и послесловие такое небольшое. Тут я оказался вообще не посвященным в этом вопросе. Ребята, эта штука, вот эта вот мягенькая такая, хорошая такая штука, называется снуд. Оказывается, ее можно различными вариантами носить. И один как такой из вариантов, это вот, вот такой вот как шар. И у вас все получится. Ура!